в середине декабря в Кишиневе состоялось уже традиционное чествование 10 лучших журналистов года. Каждому из них вручили яблоко, пронзенное стрелой. Замысловатый символ современной журналистики. Эта стрела, я думаю, что значит, что журналисты могут открыть все двери и пронзить то, что обычному люду невозможно. Среди награжденных были журналисты популярных в Молдове средств массовой информации, представители журнала ТВ и Публика ТВ, Молдова-1 и ТВ-7, радио Кишинев и Свободная Европа, журналов «Адеверол Молдова» и «Коммерсант». На церемонию, проходящую в столице Молдовы уже 17-й раз, были приглашены и приднестровские коллеги по цеху. Быть может, в 2012 году яблоко со стрелой достанется и кому-то из наших земляков. Светлана Хромых из Кишинева для Днестр ТВ.